Так, ты училась ломать шею, да? Как ты делаешь это? А, ну, тут нужна техника. Просто подходишь близко к своему оппоненту, можно попробовать расслабить его немного, а затем обними его. Сейчас это прекрасная позиция для что этого. Ты... Кладу свою руку сюда. И еще, не забудь самое простое. Ты грязная гарпия. И наконец... Катись в ад. Что за прекрасный сон? Почему я не могу воплотить это в реальность?